Мы обсуждаем все. Мы обсуждаем все. Политику, балет, футбол, соседи, джаз и рок-н-ролл. Не переносим только критику в ответ. Ведь мы безгрешны, и над нами ореол. И вот что странно. Мы убеждены, что разбираемся во всем лучше других. Мы точно знаем, что еще не рождены, кто знает что-то лучше нас самих. Но разбирается особо наш народ в рок-музыке. Не знал я это сам, пока не начал часть своих работ выкладывать в YouTube и в Instagram. А там мне быстро объяснили, что мои все сочинения – это совсем не рок, это дерьмо собачье, это лишаи. Сказали, брось это занятие, дедок. Еще сказали, что я кринж и странный фрик. Не знал тогда еще я этих мудрых слов. Исчезни, говорят мужик, как и возник. Играем мы хэви-метал, попса, шансон. Решил тогда узнать я, что за стиль, который очень модным стал сейчас. И почему мой рок-н-ролл надо в утиль, ведь он классический и в профиль, и в анафас. Узнал я, что хэви-метал, попса, шансон – это токсично-эклектический коктейль, когда мешают уголовный лексикон с попсой и хэви-металом в кисель. От тех, кто видел все, берут шансон. От хэви-метала тяжелый звук гитар. А от попсы берут они шаблон пения в такт и создают репертуар. И получается ни рок и ни шансон, ни хэви-метал, ни попса, один лишь шум. Кричат со сцены шуму в унисон, причем о чем попало, наобум. Такая вот история, ребята. Забыли люди, что такое рок-н-ролл. Волощуку СД приходится обратно напоминать, что hard and heavy не попса и не шансон. А существенно и важно, существенно и важно, позабыл о суете, доктор Волощук СД. С вами говорит стихами, существенно и важно, доктор Волощук СД.